С начала 2017 года в Люберцах снесли 22 незаконных торговых объекта и пресекли деятельность 304 стихийных торговых точек. Об этом сообщает информационное агентство РИАМА в Люберцах со ссылкой на главу округа Владимира Ружицкого. Вот и в этом году борьба с незаконной торговлей продолжается. В целях реализации законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности были заблокированы съезды к 15 рынкам, расположенным вдоль дорог. Стоит отметить, что всего на территории округа размещен 81 придорожный торговый объект. 21 собственник получил согласование технических условий примыканий, съездов и выездов. А вот размещение 45 торговых точек пока находится на согласовании. Также власти Люберец ведут активную борьбу с незаконной продажей алкоголя. Совместно с сотрудниками полиции с января по июль этого года было проведено 99 рейдов по выявлению таких фактов. В 46 случаях факты незаконной торговли алкоголем подтвердились. Полицейские изъяли более 1000 бутылок. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.